Всем привет, с вами Прия. Сегодня понедельник, и хотелось бы анонсировать такое интересное событие. Хотя я там не знаю, когда вы будете его смотреть, этот видос. Может, вы вообще посмотрите его через год, и это, может, будет у вас не понедельник даже. Сегодня у нас 21 число, понедельник. И получается, я же сейчас в Москве, я сижу тут, отдыхаю, и у меня появилась свободная минута, чтобы достучаться до вас и сделать вам небольшой анонсик, скажем так. В среду, 23 числа, среда же у нас 23 число, верно, будет небольшой анонсик по поводу сходки в Москве. Если желаете поучаствовать, то доступ мой в ВК у вас, в принципе, есть. Ссылочка на мою страницу в ВК есть под стримом. Ну, там получается ВК-группа, а в ВК-группе во вкладке контактов вы можете найти меня, Максим Филиппов. Либо, если у вас с этим какие-то трудности, то пишите vk.com, касая, ну, слэш, прия. То есть, как мой ник на Твиче. Прия пишите с двумя А на конце, и вам выдает мою ссылку контакта. Добавляйте меня в друзья, я заявку принимаю, только после этого вы сможете мне писать. И когда я вас добавлю, просто напишите мне слово «Москва», и я дам вам адрес встречи, время, и, может быть, даже если вы там что-то не поймете в плане, как добираться, то так и быть, я вам подскажу. Вот так вот. Что там? Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, легендарок вам побольше. А я напоминаю, те люди, которые не удосужатся дропнуть легендарки к моменту, когда я приеду, я буду вас банить. Я напишу, куда надо, вам даже близовские аккаунты забанят, в принципе. Ладно, шучу. До скорого. Жду вас.